компьютерная зависимость. Мы поговорим об этой очень широкой, очень сложной теме, но в той мере, в какой сумеем. Как бы вы все-таки вот сформулировали суть проблемы? Я бы сформулировала, честно говоря, начав с цитаты из пророка Исаии. Так, стоп, стоп. Я надеюсь, это никак не связано с Библией, потому что не хватало мне тут православных видосов. Один из библейских пророков. Во что вас еще бить? Вся голова в язвах. Вот я хочу спросить, что еще должно случиться, чтобы родители поняли, что это смертельно опасная зависимость? Смертельно опасная зависимость. Левшатим. Чисто к успеху едет пацан. Пацан к успеху шел. У него явно есть какая-то тактика, пацаны. Сейчас что-то будет. Ой, бля, вот эти прострелили сквозь стены. Ёб твою мать, чел. Не бил этого, моего мастера. Его! Да, это World of Tanks, братан. Здесь можно убивать ёбаным фугасом об ёбаную стену. Это не точно. Это забей. Просто ушатал. В широких кругах общественности тема несправедливо замалчивается. На Западе компьютерную игроманию приравнивают к алкоголизму и наркомании. Вам не кажется, что мы где-то это уже слышали? И причем не раз. Так, секундочку. Так, шаблоны телепередач, где говорят, что игры убивают. В каждой такой телепередаче говорят то, что на Западе это приравнивается к наркомании. Угу. Да, все идет по шаблонам. Серьезно, ребята, почти в каждой телепередаче всегда говорят то, что вот на Западе компьютерную зависимость приравняли к наркомании. Как будто наши психологи не приравнивают компьютерную зависимость к наркомании. Или же вы все-таки сами понимаете то, что наших русских психологов лучше не слушать. Ведь они часто такую хрень несут. Если вы уж слушаете то, что говорят зарубежные психологи, но не слушаете то, что говорят наши психологи, тогда зачем вы приглашаете наших на ваши телепередачи? А, ну да, точно, зарубежные к вам не приедут. Они что, дураки? Лечение в клиниках проходит десятки тысяч анонимных геймеров по всему миру. Здравствуйте. Когда семья распадается из-за того, что супруг превратился в игрового маньяка. Превратился в игрового маньяка? Он что, заходит на сервера PvP и убивает реальных игроков вместо мобов? Уже не редкость. По словам психиатров, иногда доходит до того, что игроманы надевают, простите, подгузники, лишь бы от игры не отвлекаться. Ну, в принципе, да, таким людям нужно лечиться. Здесь не поспоришь. Только лучше лечиться за рубежом, а не здесь. Что делать, если виртуальный мир забрал из реального? Ну не знаю, может наконец забрать у этого кота гребаную волшебную палочку, чтобы он не открывал порталы между мирами? Ну а если серьезно, то сними Oculus Rift, чувак, и ты выйдешь из виртуального в реальный мир. Серьезно, это просто вот одним движением поднял очки и все, ты в реальном мире. Боже мой, наверное какому-то старперу показали Oculus Rift, и он такой: охренеть, это же люди здесь достреют, это нужно срочно запретить. Телефоны, планшеты, компьютеры, прогресс уже давно шагнул вперед. Прогресс шагнул далеко вперед. В экипаже 2.0 все классно и просто. Появилась возможность карьерного роста. Удивительный факт. Я нашла игрока. Ну я сразу пиздохую. Насколько я знаю, он сейчас делает 3 отметки на этом танке. Я на этом танке дважды брал 3 отметки на двух аккаунтах. Танк реально классный. Давайте в дырки. Один из лучших, если... Ну, наверное, не лучший, но один из лучших точно. Особо нет. Ну, сетапчик хороший. Сетапчик неплохой. ПТ-шек нет, тоже, в принципе, неплохо. Какой сервак какой-то... Или вот так вот лучше, ребят, делать реакцию. Как вам? Лучше вот так вот или вот так вот? Я на нем играю. Ссылка в описании, если что. Бля. GTA, ребят, ну... Бля, я понял. Давайте чуть перемотаем.